Книга «Открытым оком», третий том, вопрос 1086. Тема «Грех». Что такое пагубное совопросничество? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иоанн Златоуст говорит: «Научитесь не задавать вопросов. Есть люди, которые буквально нашпигованы вопросами, подыскивающимися под проповедника». 1 Коринфянам 1:20. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Нужно научиться самому искать ответ в Библии. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Запутавшись сами в сетях, которые фарисеи расставляли для Христа, они начинали задавать вопросы, на которые мог бы ответить даже ребенок. Лука 10:29. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Марка 11:28. «И говорили ему: какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» Книжники и учителя народа не могли не знать, что в храме должна быть тишина и что базар и храм несовместимы. Они теперь все валят на соблазн, который якобы подал им Христос. Матфея 13:57. И соблазнились о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». Такое совопросничество есть лукавство, и оно пагубно. Оно не приводит к осознанию своей вины и к покаянию, а ищет одержать победу над неугодным.